Чтобы принять участие в школе преподавателя, у вас должен быть аккаунт на образовательной платформе Verite. Нажмите на значок профиля в правом верхнем углу экрана. Нажмите кнопку «Вход», чтобы войти в аккаунт, или «Регистрация», чтобы создать его. Авторизовавшись в личном кабинете, нажмите на значок профиля в правом верхнем углу. В разделе «Повышение квалификации» выберите «Школа преподавателя». Вы увидите три формата участия с их описанием. Вы можете поменять формат участия вплоть до завершения школы преподавателя. Для регистрации в качестве квалифицированного участника выберите данный формат. На открывшейся странице вам необходимо ввести персональные данные. Если в поле организации вы не нашли свое учебное заведение, вы можете нажать кнопку «Я не работаю» или «Не нашел организацию». В обоих случаях вы сможете продолжить регистрацию без указания организации. После этого поставьте галочки «Согласие на обработку персональных данных» и «С договором оферты». Чтобы ознакомиться с условиями оферты, нажмите на «Договор оферты». На следующем шаге нужно будет произвести оплату. После нажатия кнопки «Оплатить» откроется форма Яндекс.Кассы, где вы сможете выбрать удобный для вас способ оплаты. После успешной оплаты вернитесь на страницу регистрации в раздел «Школа преподавателя». Вы увидите, что открылся раздел «Документы». Здесь нужно указать дату рождения, пол, гражданство и СНИЛС. Предоставление СНИЛС требуется на основании постановления правительства РФ от 26 августа 2013 года номер 729. С ним можно ознакомиться, перейдя по ссылке. Выберите тип документа, введите данные, серию и номер. Укажите фамилию так, как она указана в дипломе, загрузите документ. Если фамилия менялась, то после нажатия на кнопку «Далее» у вас в регистрации появится еще один шаг – смена фамилии. На этом шаге вам необходимо загрузить документ, подтверждающий смену фамилии, например, свидетельство о заключении брака. По окончании школы преподавателя и успешного прохождения итоговой аттестации вы получите удостоверение о повышении квалификации. Увидеть его можно будет в разделе «Сертификаты» во вкладке «Сертификаты».